Привет, друзья! На связи Джиани Браво. Всем общий бонжорно! Сегодня у меня для вас сюрприз. Я наткнулся на видео на Димаша. Я уже делал несколько реакций. Вкратце, этого артиста я знаю очень хорошо. Это необыкновенный талант с невероятным вокальным диапазоном. Возможно, один из величайших талантов современного музыкального мира. И он вместе с монументальной фигурой, гигантом оперы и не только великолепным дирижером. Мы сейчас говорим о величайшем артисте, которому стукнуло за 80 лет. Пласидо Доминго. И видеть Димаша, необычайного молодого артиста, вместе с таким титаном эпохи, конечно же, интригует меня. Давайте начнем и посмотрим на этот дуэт. И потом сделаем наши небольшие рассуждения. Красивейший, восхитительнейший дуэт. Как эти два голоса? Это ж такие голоса. Голос Пласидо Доминго темнее и более драматичный, в то время как тембр Димаша звучит свежее и бодрее. И вместе этот дуэт обладает исключительным эффектом. Эти два голоса так чудесно ложатся друг на друга. Я искренне рад быть свидетелем этого момента. Oh.
Ух, сколько эмоций. Комментировать их с художественной точки зрения было бы банально, потому что здесь, перед нами, две реальности, которые слились таким чудесным образом. Мы говорим об абсолютном исполине. Пласидо Доминго. Величайшая фигура. И с другой стороны, один из самых потрясающих вокальных талантов на мировой сцене по имени Димаш. И, конечно, отрадно видеть Димаша в компании такой важной персоны, как маэстро. И, конечно же, это такой подарок для фанатов. Для них это невероятнейший момент. Добавить больше нечего. Одни эмоции.